Гора наркотиков под прикрытием формы судебного пристава. Работы хватает и у пермских наркополицейских. Оперативники изъяли у курьера более 6 килограммов запрещенных веществ. Пермяк привез крупную партию зелья на попутных автомобилях из Санкт-Петербурга. Теперь его ждет суд. Сколько амфетамина? Килограмм. Дальше? Кашиш. Сколько? Бас. Килограмм открыто, наверное. А еще 2000 таблеток с запрещенным веществом. Кировский район краевой столицы. Оперативная съемка полиции. Пермяка задержали осенью прошлого года после того, как он на попутном автомобиле прибыл в Пермь. В ходе обыска в багажнике машины оперативники обнаружили сумку, в которой находилось более 6 килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения. Вся партия была накрыта формой сотрудника Федеральной службы судебных приставов. По словам задержанного, форменная одежда нужна была для конспирации. Но это еще не все. Часть партии курьер распихал по карманам куртки. При себе что-то есть запрещенное? Да, там есть. Что? Кашиш и порошок, я не знаю, что точно. 30-летнему пермяку предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Оперативники также выяснили, что курьер доставлял на малую родину запрещенные вещества не в первый раз. Было установлено, что наркотические средства приобретает на территории Санкт-Петербурга, после чего перевозит их на территорию Пермского края, где осуществляет их дальнейший сбыт. Наркокурьеру предъявлено обвинение, он содержится под стражей. Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Андрей Григорьев, Евгений Гуляев, телевизионная служба новостей.